Всем здравствуйте, меня зовут Артур. Я ученик курса робототехники в учебном центре ДАТА. Сейчас у нас 10 урок, я хочу показать свои знания. Готов. Я его сделал за час, и его можно управлять с помощью пульта. Самым сложным было это провода, потому что на картинке их было плохо видно. Раньше я не мог делать роботов. Как пришел сюда, я сразу научился делать роботов. Каждый может научиться делать роботов. Надо просто постараться.